Привет. Привет. How are we? We came to. Мы пришли в садовый центр. Здесь очень много всяких цветов. Сейчас вам покажу. И мы накупаем всего, чтобы посадить корзинки в ящики под окнами. Ну и что останется в землю? Сейчас покажем. Такая красота. Смотрите, вот герани. No, I think they do. We just need to walk around. You should look. Those carnations are absolutely beautiful. Yes. They're hardy as well, aren't they? I'll get some. I'll get some of those. We don't need at the front? Yes, we do. У нас уже полная корзина и так. Но ничего. Найдем. Yeah, I can see that the colors are superb. Это бегонии. В общем, мы решили так. Мы посадим по корзинке до августа. А в августе, когда бегонии начинают огромными такими висячими огненными шарами, я переделаю. А вот герани еще. 4 за 10. Хорошие, большие. Возьму-ка. Вот теперь пытаюсь разобраться. Вот эти 4 за 10. Черные питомцы красивые. Какие с белым. Красивые будут, как с розовым. 1, 2, 3, 4, 5. Их синие горшочки 4 за 10. I think I only have 5, so I need 3 more. 3 more blue pot slot. Okay? You can put this at the bottom. I can't. Yes, you can. There is space in. Just don't fall. Well, exactly. I'm gonna get some more. Yeah, you do this and I fall over. Not funny. В общем, у меня тема розовый, фиолетовый, белый. Я стараюсь красно-желтый избегать как-то. Потом, может быть, мы поменяем ближе к осени. Отлично. Ну вот и все, наверное. Опять, наверное, разорюсь. Those. Okay. No, they like fuchsia purple. Мне надо голубые. А вот есть. Такие, наверное. В общем, очень много сегодня работы. Сегодня, завтра у нас выходные до вторника. А что у нас здесь? Это для роз. Такие красивые сиреневые. Вот это черные петунии. Они пойдут рядом с белыми и розовыми. Это вот всякие для корзинок. Видите, наборы вот такие делаются. Уже цветы подобраны по гамме цветов. Вот. А вот эти я посажу сзади во дворе, внутри. Что еще здесь? Вот такие петунии, вот такие, эту бегонию опять же, здесь это лобелия, вот это разноцветные, очень красивые они, и вот это белые петунии. То есть это все идет в корзинки, в окна. Это идет под окна. У нас это тип карнейшн, гвоздики, я посажу. Вот, в общем, будем сегодня мастерить. Посмотрим, что выйдет. Покажу вам результат. Сегодня 23 градуса тепла у нас. Я посадила. Не все еще, а вон, видите, window boxes. Как это, цветники под окнами. Это все пока еще распускается. Вот, и Ричард вовсю занят поливанием наших цветочков. Очень жарко сегодня. Невозможно. А вот березка наша такая. Это плакучая березка, вот прямо на краешке дома. Не помню, показывала вам или нет. Вот посадила фиалки, но еще очень много цветов сзади, которые нужно, пока у меня все дело в разгаре, очень много нужно пересадить еще. Вот фиалочки мои. Вот. А здесь пока базар у нас, как вы видите. Но зато я сделала вот эти. Видео делаю. Сеня готовит обед. И вот. Как это называется? Бургонвилла. Испанский цветок, который растет очень большим, раскатистым таким каскадом. Но у нас он будет, конечно, только один сезон. Но все равно вырастет. Вот, и здесь пока у меня прогресс, как вы видите. Результат покажу позже.
Всем привет! Ну, сегодня суббота. Я вчера, конечно, не успела все сделать. Я сделала передние корзинки, эти window boxes, как их называются? В общем, вот цветники под окнами. А вот это хотела сразу сказать, потому что знаю, что спросите. Я это не покупала в садовом центре. Вот этот цветок называется бугенвилия. Бугенвилия – это средиземноморское, в общем-то, растения, которые вы можете увидеть, вот если вот когда в отпуск ездите, они растут огромными каскадами, с балконов свисают. Вот это, в общем, трейлинг, он идет, может вверх идти или вниз. Вот, но в наших условиях, скорее всего, это только продержится лето, и, наверное, придется новый покупать вот на будущий год. Но вот я такие корзинки сделала, вот эти на стенке здесь. Вот, сегодня мне нужно будет доделать, вот сейчас так у нас выглядит задний этот самый бордюр, вот, извините, стенку показываю, вот так выглядит задний бордюр, пока здесь ничего нет, вот это вистерия, которая будет цвести в июле, наверное, вот, буду сажать дальше, а потом результат покажу уже в конце. Продолжается, посадила я эту, и вот трехъярусную это. Пока все еще молоденькая, вырастет, будет лучше. Я вам покажу сейчас, какие мне розы Ричард прислал на юбилей свадьбы. Пока у нас тут уборка еще идет, но вот хочу показать. Вот так вот. Спасибо всем, кто написал поздравления. А Ричард получил новую игрушку. Вот беспроводная машинка. Четыре градуса сегодня у нас. Ура! Наступило лето, наконец. Показываю вам результат нашей двухдневной работы. Нам осталось вымыть стол и стулья, а так все будет готово. Ну вот, значит, посадила я вот этот клематис. Сделала я вот эту корзину, трехъярусную эту штуку. Вот, посадила бегонии сюда. И дайансис, это как такие небольшие, коротенькие гвоздики, такие яркие. Вот, герани там. В общем-то, пока сейчас ничего не видно, потому что это будет все цвести попозже чуть-чуть. Вот, и что еще? Вот Ричард гордо постриг газон новой косилкой. Сейчас я вам покажу, что сзади, впереди, и все. И на этом закончим. Сегодня мы идем в ресторан с друзьями. Впереди у меня здесь вот такой же... как его? Цветник. Тут у нас совсем лето, 24 градуса сегодня. Видите, он девушка в летнем платьишке идет. Мороженое привезли детям. Вот вишенка наша расцвела вот так, плакучая. Ну вот, что впереди у меня здесь. Опять же, я очень люблю вот эти панзи, вот эти большие виолы. Они такие счастливые, такие красивые, яркие. Смотрите. Вот. И вот window box, этот цветник. Как же их называют-то? Которые вот для под окнами. Вот, вот такие корзиночки наши. Вот с этим же испанским цветком. Бугенвилия. 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 Вот также. Это пока еще не цветет ничего. Скоро зацветет. Наверное, у меня будет вам отчет попозже. Весенний, летний, когда все зацветет. Вот я посадила здесь гвоздички. Сюда. По обеим сторонам двери. Вот это и вон тот window box еще. Ну и все, наверное. И что еще? А вот здесь у меня вот такие вот почки, видите, начались. Так что это дело скоро зацветет, наверное, в июне, я думаю, сказано, что в июне цветет. Ну все, ребята, пока всем.